И что мы сейчас предлагаем вам? Конечно же, мы вам предлагаем открыть свой собственный онлайн-магазин. Что такое вообще онлайн-магазин? Я думаю, часто кто из вас сталкивался с тем, что приобретал какие-то продукты именно онлайн, да, через интернет. Кто-то бытовую технику, да, кто-то какие-то вещи приобретали, покупали через интернет. Я думаю, покупали. Сейчас именно интернет-направление очень хорошо развивается, потому что все люди стремятся особо не выходить из дома, да, и при этом покупать, да еще и когда и сервис хороший, и доставка, все делать через онлайн. И мы вам предлагаем открыть именно свой собственный онлайн-магазин. Потому что сейчас век информации, информационный век, и сейчас большинство людей все делает именно через интернет. Люди оплачивают коммунальные услуги, люди покупают билеты, да, люди оплачивают школы, садики, да. То есть и товары, соответственно, тоже люди покупают через интернет. Именно поэтому, что требуется от вас? От вас требуется именно ваши все покупки перенести в ваш онлайн-магазин. Не только ваши, но и своих близких. Ваша работа – это создавать поток покупателей в онлайн-магазин. Находить людей, которые будут приобретать продукты тоже в магазине, в вашем магазине. Людей, которые тоже будут, которые нуждаются в деньгах, людей, которые нуждаются в экономии. То есть создавать поток покупателей в онлайн-магазин. И, конечно же, компания во многом нас поддержит. Потому что если даже сравнить с традиционным бизнесом, да, то за все будете отвечать вы. Почему? За бухгалтерию в традиционном бизнесе отвечаете вы. За доставку в традиционном бизнесе отвечаете вы. И для того, чтобы продать какие-то продукты в традиционном бизнесе, вы свой магазин держите открытым с утра и до вечера. И не факт, что вы реализовываете все свои продукты. Именно онлайн-бизнес нашего онлайн-магазина, да, территории роста, именно компания RTR, нам предоставляет очень шикарные возможности. Потому что доставку компания берет на себя, даже в удаленные уголки, даже в деревню. Да, то есть за это мы не будем беспокоиться по почте, то есть в этом компания нас застраховывает. Бухгалтерию, соответственно, тоже в каждом онлайн-офисе, в вашем магазине есть бухгалтерский отчет. Каждый раз, каждый день вы можете зайти и посмотреть, какая скидка у вас начислена, сколько у вас людей добавилось, да, какой именно у вас товарооборот пошел. Также, конечно же, компания нас стимулирует именно акциями, подарками, бонусами, поездками. Какие у нас шикарные подарки компания предоставляет, да? Просто, если вы будете рассказывать об этом магазине другим людям, да, и они будут свои покупки реализовывать через онлайн-магазин, вы за это будете получать подарки. Сейчас iPhone 6. Скажите, в какой компании даете такие шикарные подарки? Ни в какой? Ноутбук. Да, просто за то, что вы просто сказали, чтобы ваши знакомые перенесли все свои покупки в онлайн-магазин. Какая компания дает такие шикарные бонусы в $1000, в $1000, 20 миллионов за вашу работу? Поездки. Компания вам дарит поездки бесплатно в благодарность за то, что вы просто работаете. Что вы просто работаете. Поэтому, почему я выбрала эту компанию? Потому что это компания, которая уже более 49 лет на рынке. То есть это не компания-однодневка, которая сегодня пришла, завтра ушла. Она уже 13 лет в Беларуси. Это крупная косметическая компания. Это европейская, самая крупная европейская компания. Она уже более чем 62 стран. Бренд уже раскручен. То есть вам не нужно заботиться о том, как раскрутить ваш магазин, как его назвать и как потом промоушировать для того, чтобы люди запомнили и в дальнейшем приобретали через ваш магазин. Компания Oriflame нам предоставила уже этот бренд.
Главное воспользоваться и грамотно донести людям. Грамотно донести людям, что люди могут зарабатывать большие деньги. В нашем онлайн-магазине продаются товары повседневного спроса, начиная от детской продукции, заканчивая аксессуарами, начиная с дешевых продуктов, да, и заканчивая продуктами серии класса люкс. То есть у нас есть именно продукты серии wellness, именно продукты для здоровья, когда вы можете не только выглядеть красиво, но при этом еще и быть здоровыми. Товарооборот этой компании больше, чем 1,5 миллиарда евро. Это самая быстро растущая компания. И, соответственно, часто у людей возникает вопрос, официально и легально. Конечно же, официальный и легальный доход. Мы открываем индивидуальное предпринимательство, мы платим налоги, мы платим КСЗН, мы бизнес-люди. Поэтому наш партнер – это самая лучшая вообще компания, которая, о которой я слышала и знаю из сетевых компаний. Это компания, которая уже не первый раз занимает первое место именно в косметической компании прямых продаж. Вы видите здесь, да, что наш генеральный директор Екатерина Мамедова получает грамоту именно за выбор года в косметической компании. Это, я считаю, это достойно лучшего. И, конечно же, у нас есть продукция wellness. Продукция wellness именно для деток, именно для взрослых. Коктейльчики, супчики, да? То есть это восстанавливает ваш организм, витамины. Это самое главное, что надо. Сейчас экологически у нас, ну какая у нас сейчас природа, да? То есть сейчас мы сами должны себя защищать. Вы зайдите в аптеку и посмотрите, какие продукты именно относятся к высоким стандартам качества. Наша продукция Wellness имеет самые высокие стандарты качества, стандарты GMP. В аптеке по пальцам можно пересчитать, сколько продуктов имеет именно такую сертификацию. И мы благодарны компании, что нам она дала возможность не просто пользоваться косметическими продуктами и аксессуарами, а еще укреплять свое здоровье. Но не просто свое, а еще здоровье своих деток. А это самое главное. И 7 ноября 2015 года состоялась ежегодная премия «Здоровое питание». И именно наша компания была удостоена престижной награды, победив в номинации «Лучшая компания-производитель» в категории витамины именные базы. Вы сейчас видите, да, что стоят именно с грамотой, и эту грамоту, именно статуэтку, вручил сам Антон Привольный, это ведущий программу «Контрольная закупка» на Первом канале. Получила эту статуэтку с гордостью Юлия Фасеева, это директор по поддержке ключевых категорий. На самом деле для Oriflame это большая честь, получить премию в области правильного питания. Поэтому давайте поставим плюсики за то, что мы везде первые. В чем преимущество еще нашего проекта? Наш проект – это бизнес, который полностью помещается в ноутбуке. Это бизнес, который, неважно, где вы сейчас, дома, за городом, в путешествии, вы всегда можете работать. Главное, чтобы ваш бизнес и ваш ноутбук был всегда с вами. Это официальный доход, вне зависимости от начальника. То есть здесь вы только сами себе начальник, и только вы сами себе можете организовать рабочий день. И только от вас самих зависит ваше будущее. И только вы самый главный член семьи. Вас, соответственно, не могут уволить, не могут сократить или наказать, потому что вы человек, и это ваш бизнес. И самое главное, вы должны понять, что только от вас зависит этот бизнес. И если вы захотели этот бизнес строить, то надо начинать не через месяц,
а в течение 72 часов. В течение 72 часов начать что-то делать. Потому что главное желание обеспечить будущее своей семьи у вас. Главное – количество действий. Конечно же, нет финансовых рисков. Здесь не надо влаживать продукты для того, чтобы потом их продавать. Здесь вы просто осуществляете товарооборот. Личностное развитие. Корпоративные мероприятия высочайшего класса. Потому что мы за все благодарны. Мы благодарны... Очень плохо слышно, да? Слышно? Сейчас слышно меня? Слышно, да? Хорошо. По поводу мероприятий, да? Мы людей именно поддерживаем на результат. Мы людей поощряем, и мы благодарны всем тем, кто именно выбрал нашу компанию. Всем тем, кто сделал первый шаг навстречу к своим мечтам и целям. Когда люди выходят на уровень директора, закрывают директора, вы едете как бизнес-леди на лимузинах. Вы едете в шикарный ресторан, и мы все признательны вам за то, что вы просто сделали первый шаг. Но самое главное, дошли до конца. Конечно, путешествие по миру – это сказка. Потому что компания оплачивает все. Ваша задача – просто купить билеты до аэропорта доехать. Остальное все и на высшего класса оплачивает компания. В пятизвездочных отелях во все включено. Это все делает компания благодарной. Что вы преданы именно этой компании, и что вы поверили в эту компанию. Награждает компания $1000, 2, 5, 6, 10, безграничное количество премий и $1000 компания платит то же самое, благодарность. Конечно же, наша компания еще занимается благотворительностью. Иногда вы встречали в каталогах, что под каким-то продуктом указано именно, что приобретая этот продукт, какой-то там процент, либо там 100 рублей, 200, 900, идет именно в благотворительный фонд. То есть эта компания не себе берет, а наша компания сотрудничает с деревнями благотворительностью и перечисляет денежки именно туда. Деткам, у которых не так все хорошо в жизни, в семье, но детки, которые тоже живые, у которых есть ручки, ножки, да, и которые тоже хотят путешествовать, и которые тоже хотят верить, что жизнь, она прекрасна. Конечно же, в нашем онлайн-проекте знакомства и новые друзья. Мы даже не подозреваем, что какой-то человек, который пришел, он может нас так вдохновить, да, и в дальнейшем мы будем с ним так общаться. Это многие знакомства, где вы можете встретить от 14 лет девушку, да, и уже в пенсионном возрасте женщину, в котором вам покажется, что вы нашли общие интересы. Ну и, конечно же, вы помогаете своим близким. Вы помогаете своим родителям. А еще самое главное, когда ваши родители не видели всего того, чего хотите. И это тоже стимул для того, чтобы всего добиться. Какой ребенок не хочет подарить своей матери, своему отцу путешествие? Какой ребенок не хочет подарить своим родителям даже какой-нибудь оздоровительный санаторий, чтобы мама просто отдохнула, либо папа? Согласитесь? Мы все хотим, потому что это люди, которые дали нам все. Возможность передачи бизнеса по наследству. Это... Еще один пункт, почему я пришла в этот мир. Потому что все, что я делаю сейчас, я делаю ради своего ребенка. И я знаю, что если, не дай бог, что-то со мной случится, весь мой бизнес и все мои труды передадутся моему ребенку. И он в дальнейшем будет развиваться. И он не бросит этот бизнес.
Потому что именно сейчас он понимает, что такое. Ему 4 года, а именно сейчас он понимает, даже не именно, а сейчас он понимает, чем мама занимается. Даже какие-то слова, фразы. И в дальнейшем я знаю, что ему исполнится 14 лет, я его зарегистрирую. А если вдруг со мной что-то случится, то этот бизнес полностью передам ему. И, конечно же, свобода. Потому что интернет-бизнес – это бизнес, который, что вы находитесь дома вместе с семьей, вместе с своим ребенком. Вы можете в любой момент пойти отдохнуть, в парк ходить, в кафе ходить. Вы не привязаны ко времени. Вы сами планируете себе это время. И, конечно же, стоит вопрос, а в чем же суть этого бизнеса? Ну, конечно же, суть этого бизнеса – это товарооборот. Чем больше товарооборот, тем более прибыльный этот бизнес. Потому что компания «Орифлейм» нам платит деньги за товарооборот. Компании без разницы, молодые либо старые. Компания видит товарооборот вашего онлайн-магазина. Компания все равно, где вы находитесь. Главное, чтобы осуществлялся товарооборот. Это самое главное суть этого бизнеса. И, конечно же, есть два способа создания товарооборота. Первое – это личные рекомендации. Когда вы сами консультируете людей, приходя в гости к кому-то, к подружке, рассказываете именно о своих продуктах, которые вам больше всего заинтересовали. И, соответственно, ваши знакомые верят вашим словам и приобретают эти продукты. Это личные рекомендации. Личные рекомендации дают хороший доход. Да, он быстрый доход. То есть вы продали, вы получили. Сколько вы продали, столько вы получили. Это легко. Но минус в том, что если вы не продали, вы не получили. И если вы не работаете, то вы не заработаете. Поэтому есть еще и второй способ товарооборота. Это создание миллионных оборотов в официальном интернет-магазине. То есть, помогая людям тоже зарабатывать деньги, вы помогаете себе. Объясняя людям, что через онлайн-магазин очень выгодно приобретать продукты, вы помогаете себе. Ну что, неплохо? Как вообще мы ведем этот бизнес? Конечно же, у нас оформление заявок онлайн. Skype. Преимущество Skype, что вы можете с человеком общаться, неважно с какой страны, неважно с какого города. Вы с человеком созвонились и именно провели ему встречу. Соответственно, работа в социальных сетях. Потому что именно онлайн-бизнес заключает в себе работу в интернете. Да, а вы можете для себя решить, где вы именно будете. Будете вы ВКонтакте работать, либо будете вы в Одноклассниках, либо по резюме, да? Либо все совмещать. Соответственно, надо делать рассылки. Потому что сначала мы приглашаем в этот бизнес знакомых. Потому что жалко, когда ваша знакомая пойдет приобретать продукцию через свой онлайн-магазин. Правильно? А еще жалко, когда ваша знакомая начнет строить бизнес, но в другом, совсем у другого человека. Обучение онлайн. Это очень выгодно и очень удобно, потому что не каждый себе может выбрать время для того, чтобы вечером прийти там, в офис или еще куда-то. А так каждый человек приходит домой. И у нас каждый день проходят обучающие вебинары. На этих обучающих вебинарах вы можете узнавать и суть проекта, и о здоровье, и как работать в соцсетях, и с чего начинать успешный старт. И это обучение проходит именно в реальном времени. Главное для себя выделить это время. Каждый спонсор в своем скайп-чате
выбрасывает вам время, когда проходит какой-то вебинар. Поэтому, конечно же, первое, самая главная задача – это обучаться, потому что это новый бизнес, и не каждый знает вообще, с чего начать. А обучение у нас каждый день. И чем больше товарооборот в интернет-магазине благодаря вашему услугам, тем выше ваш, конечно же, доход. Даже если, давайте статистику приведем, да, вот сколько в среднем ваша семья тратит на средства личной гигиены? Ну вот в среднем. Я думаю, 1250-300. Да, ну вот, допустим, возьмем, как у нас здесь на слайде, 300 тысяч. Вот семья тратит 300 тысяч. И в вашем онлайн-магазине 180 человек приобретает на такую сумму. Но это средняя статистика, потому что кто-то приобретает на 100, кто-то на 1,5 миллиона, да? То есть, соответственно, и доход будет разный. Но в среднем, если 300 тысяч, 180 человек в вашем, оборот вашего онлайн-магазина составляет 54 миллиона. Вы получаете 10% от организации товарооборота. То есть ваш доход составляет 5 миллионов 400. Как вы считаете, хороший дополнительный доход? А если в вашем магазине не 180 человек, а 400? То есть чем больше людей в вашем онлайн-магазине, тем выше ваш дополнительный доход. И у каждого человека найдется где-то 5 знакомых, да, которые для себя захотят не просто экономить, но еще и строить бизнес. И у этих 5 знакомых тоже найдется 5 знакомых, которые то же самое захотят строить бизнес. Но главное, дублицируйте. То есть вы научились дойти до какого-то определенного уровня. Расскажите своим знакомым, если эти знакомые зарегистрированы в вашем онлайн-магазине. Расскажите 5 своим знакомым, а они расскажут своим 5 знакомым. И вы представляете, какой у вас пойдет товарооборот, если грамотно к этому подойти? Потому что наша компания нам платит именно за товарооборот. И именно за формирование команды. Потому что эти 5 человек, если вы грамотно к этому подойдете, в итоге они станут директорами. Правильно? Вы стали директором. Вы же научите еще кого-то стать директором. Научите. И эти люди становятся директорами. А они научат, потому что они сами эту дорогу прошли, и они научились, и они могут рассказать своим знакомым, своим партнерам, незнакомым даже. Главное поставить перед собой цель. И в нашей компании именно можно зарабатывать очень много. Потому что на уровне директора ваш ежемесячный доход составит от 700 долларов и выше. Я считаю, это достойные деньги. А что вы сделали? Вы просто рассказали, как работает ваш онлайн-магазин. Вы просто пригласили людей, пригласили своих знакомых в ваш онлайн-магазин. И вы вышли на доход 700 и 1000 долларов. Вы получили премию в 1000 долларов. Я считаю, это достойные деньги. Но кроме этого, вы получили возможность получить новую машину с салона «Шкоду» подарок, потому что компания вам будет выплачивать бонусы. Ну и, конечно же, это пригласительное на 2 лица на банкет директоров. Это шикарный банкет, когда вам признаются в любви, вам, как вы как королева в бальном платье, в шикарном вечернем платье, длинном,
идете по ковровой дорожке, и все вам признательны. Вы выходите на сцену, и вам аплодируют. Вам дарят цветы. Перед вами выступают артисты. Вы сидите в шикарном зале, за красивым столом, цветами с нами. Я считаю, это то, ради чего стоит вообще работать. И, конечно же, доход директора не заканчивается. Потому что если вы продолжаете идти дальше, если вы продолжаете говорить о онлайн-проекте, вы продолжаете дублицировать именно, чтобы люди вас тоже становились директорами, и вы становитесь и золотым директором, и бриллиантовым. Если вы два директора вырастили, то вы становитесь уже золотым, и ваш доход, европейский доход, от $2000 и выше. А если вы шестерых директоров провели по этому пути, по которому вы сами прошли, то вы уже бриллиантовый директор, и ваш доход от $6000. Скажите, на какой государственной работе вам заплатят такие деньги? Какая государственная работа вам подарит путешествие? Какая государственная работа вам подарит такие шикарные бонусы? Никакая. И именно эти конференции, эти путешествия дарит нам компания Oriflame. В разные уголки страны. За то, что мы просто работаем. Совсем скоро у нас пройдет конференция для менеджеров. Вы представляете, даже не для директоров, а для менеджеров. Компания делает такой подарок менеджеров, благодарность за то, что они сделали первый шаг. Вот и будет конференция проходить в Сочи. Вот с чем у вас ассоциируется Сочи? Вот у меня ассоциируется Сочи с Олимпиада. Там так шикарный там парк, да, как Диснейленд. Там шикарные отели. И компания подарила эту сказку менеджерам. То есть путешествие вот именно в Сочи на менеджерскую конференцию. У вас ничем не ассоциируется в Сочи? Где там пятизвезды? Это менеджерам компания подарила пятизвездочные отели, где все включено. Шикарные прогулки – это роскошь. И эту роскошь компания дарит. Почему я говорю роскошь? Потому что совсем недавно я тоже ездила на такую конференцию, летала. Я летала на конференцию в Египет. Если честно, я не могу передать словами, насколько это уникально. Я еще раз доказала сама себе, что я в правильном месте, но самое главное, в правильной компании. Потому что эта компания никогда нас не обманывает. Эта компания, если сказала, ты летишь в Египет, значит, ты летишь в Египет, если ты не помнишь. Эта компания, которая сказала, если вы будете жить в пятизвездочных отелях, значит, ты будешь жить в пятизвездочных. Девочки, я никогда, и мальчики, я никогда не летала в самолете. Я 26 лет, до 26 лет, пока я не пришла в компанию, я не летала в самолете. Я не знала, что это такое. И может, если бы я работала и дальше на государственной работе, я бы это не видела. Потому что, работая на государственной подачке, ты вообще ничего не видишь. И именно и только эта компания мне раскрыла глаза. И именно эта компания, которая показала мне вот эту вот сказку. Потому что мы жили
в пятизвездках, я говорила, да, в пятизвездочных отелях. То есть компания все оплатила. Компания нам делала вечеринки. Компания вот эта шикарная, у нас была вечеринка в белом, когда все были одеты в майки, в белые, и выпустили 2000 шаров. То есть первый раз Шарм-эль-Шейк собрал такое количество людей на своем пляже. Никогда не было такого количества вообще на этом курорте. Именно пляж Шарм-эль-Шейка, видите, какая красота, да? И мы выпустили своими пожеланиями, своими мечтами вот этих вот 2000 шаров. Это компания, которая нам дает вознаграждение. Она дарит нам машины, она дарит нам путешествия, она дарит нам премии. Вы посмотрите, как 24 тысячи долларов, 30 долларов. Люди, которые тоже так же пришли, как и мы, в этот бизнес, и которые тоже, может, не сразу поверили. Но в итоге они поверили, и они пришли к такому доходу. Скажите мне хоть одну, даже сетевую компанию, которая выплачивает такие деньги за работу в онлайн-магазине. Скажите мне одну, хотя бы одну компанию, которая дарит машины директорам Шкода, а остальным Вольво, Мерседесы. И золотой. Подруга лучшая ее тоже открыла звание директора. Про что я говорю, что зовите всех своих знакомых, подружек, вспоминайте всех. Вот столько директоров именно в нашем проекте стало. Именно главные наши бриллиантовые директора, это Елена Рапочий, Денис Бирюков, именно это их директора, которые показали путь, и люди поверили, и люди дошли. Вот мы за год открывали именно четвером звание, то есть мы вчетвером вышли, стали директорами компании Oriflame, да, получили наши первые премии, это наш первый банкет директоров, то есть ну, это сказка. Это сказка, и главное поверить в себя. И, конечно, как я говорила, что банкет директоров на два лица, когда ты едешь вместе с мужем, и когда муж тебе на ушко шепчет: дорогая, я тебя так люблю. Ты у меня такая молодец, что ты дошла до конца. А вы знаете, как это приятно? А вы думаете, это сначала так было, что он сначала верил? Он сначала не верил. Но когда я дошла, он поехал, и он сказал: ты у меня большая молодец, что ты это сделала. Поэтому только от вас зависит, будет ваш муж поддерживать, либо ваш муж не будет поддерживать. Будет ваш муж с вами вместе отдыхать, либо вы вообще не будете отдыхать. А вот эту... Именно банкет директоров о многом говорит. И почему компания именно дарит на два лица билет, дает? Для того, чтобы вы взяли эту вторую половину. Если нет мужа, возьмите родителей. Чтобы вы показали, что это за компания.
Поверьте вы мне, если ваш второй человечек, который с вами поедет на банкет директоров, вам побудет, он никогда в жизни не скажет, что это плохая компания. И что это вообще не компания. Никогда в жизни. Так вы же докажите сами себе, а потом докажите своей семье, что вы достойны быть именно в этой компании. Это наши бриллиантовые директора. Девушка, которая тоже пришла, когда была в декретном отпуске, которая не могла купить ребенку банан сходить. Ее замучила вот эта вот нищета. И человек пришел, и она сделала. Она пришла, и она вышла на этот доход. Сейчас она бизнес-леди. Сейчас она топ-8 в Беларуси. Вы представляете, какой уровень? Просто человек захотел. Захотел осуществить мечту. Мечту своего ребенка. Чтобы ее ребенок не приходил в магазин, а ты не думала, где тебе взять деньги, чтобы купить ему банан либо конфеты. Поэтому мы благодарны именно этим людям. Это Елена Ракоча и Денис Бирюков. Это создатели именно нашего проекта «Территория роста». Еще Анна Козловская, золотой директор. Мы благодарны этим людям, которые именно дали нам навыки, которые показали нам эту дорогу и которые доказали, что по этой дороге можно дойти. Главное идти. Лестница успеха компании Арифлейм, она не заканчивается. Вы просто посмотрите, где сейчас вы. И докуда вы можете дойти. Вы сейчас находитесь на самом низу. Но еще у вас нет. Вы представляете, что вас ждет впереди? Вас ждет такая жизнь, которая вам даже не снилась. Такая роскошная жизнь. Главное, рассказывайте о онлайн-бизнесе. Рассказывайте людям о том, что можно зарабатывать. Рассказывайте людям, что можно путешествовать. Наши бриллиантовые директора уже побыли больше, чем в 50 странах мира. Наши директора бриллиантовые, которые увидели эту роскошь. Это, представляете, какая сказка? Главное поверить. И главное повести за собой людей. Это какое количество людей, вот вы посмотрите, да, вот здесь, это наши бриллиантовые директора здесь были. Это люди, которых доход составляет где-то от 6 тысяч долларов и выше. Но здесь еще и золотые директора, то есть люди, которые от 2 тысяч долларов и выше. И вот вы посмотрите на количество людей, которые это добились. И вот спрашивается, да, они добились. А почему мы не можем? Ведь у нас же одна и та же компания. Одни и те же, ну, руки у всех есть, ноги есть, голова есть, да? Одни и те же акции компания проводит. Но люди добиваются, а некоторые сидят и ничего не делают. И надеются, что в жизни что-то изменится. Но не изменится в жизни, пока не изменится мы. Знаете, какое... А какую красоту дарит компания Арифлейм? И вы можете тоже там быть. Вы сейчас каждый можете быть на лайнере, на котором поплывете где-то там в 4 странах. На роскошном лайнере, когда на одного человека будет выходить 6 тысяч долларов. И компания за это заплатить. Это вознаграждение за то, что вы поверили в эту компанию. Поверьте в себя, потому что
если посмотреть даже вот на этот слайд, да, за 18 месяцев 6370 новых званий от директора и выше. Да, это такое огромное количество людей, которые становятся директорами и выше, которые приходят в наш бизнес и строят этот бизнес. И показывают своим родным и близким именно роскошь этой компании. Вы посмотрите, какое количество денег, бонусами только, компания выплатила вознаграждение за то, что мы преданы этой компании. 500 миллионов выплаты, вы знаете, какие, это компания-миллиардер. И я считаю, вы сейчас находитесь в нужном месте и в нужное время. Такие деньги компания не жалеет за то, что вы будете работать. И главная причина того, что люди испытывают финансовые трудности, заключается в том, что, потратив годы в школе, они ничего не узнали о том, что такое деньги. И в результате люди учатся работать за деньги, но никогда не учатся тому, как заставить деньги работать на себя. Вы только задумайтесь, на самом деле, наших детей не учат зарабатывать деньги. У наших детей нету такого, что деньги, да, какая-нибудь там урок. А именно учат чему? Чтобы наши дети работали за деньги. Чтобы они ходили на работу и получали за это деньги. А почему наших и нас, в принципе, не учили, чтобы деньги работали на нас? Почему мы не изучали такой термин? Ну правильно, кому-то ж надо работать и уборщиками. А наш бизнес дает нам возможность, чтобы деньги работали на нас. И Oriflame – это самый быстрый шаг к достатку. И я думаю, что у каждого из вас сейчас здесь присутствует, все получится. А получится у вас тогда, когда вы перед собой поставите четкую цель. Если у вас есть мечта. Потому что если у вас нет мечты и нет цели, то вы зря потратите время. Потому что когда вы перед собой ставите цель, и когда вы начинаете верить, что мечты сбываются, они обязательно сбываются. И вы четко доходите до своей цели. Поэтому спасибо. Я думаю, была для вас полезна. Быстрого роста, для кого-то быстрого старта –